Привет, друзья! Меня зовут Сергей, вы смотрите канал MEF.info. Мы с вами не виделись давно, с октября прошлого года. Так получилось, что последнее видео был обзор на миниатюры Евразия Эпос. И первым видео в новом, 2019 году, будет опять же обзор на миниатюры замечательной фирмы Евразия Эпос. Александр сделал мне новогодний подарок, прислал несколько миниатюр. Но у меня наконец дошли руки сделать на них небольшой обзор. Не будем больше тянуть и приступим. Итак, вот такой комплект. Что мы видим? Мы видим, соответственно, продолжение серии мышей-самураев. Серию, не знаю, новая или не новая, условно причисляем ее каким-то мультяшным историческим персонажем. И серию из жизни замечательных людей, но она необычная, она в бронзе. Давайте начнем, соответственно, с книжных, наверное, потому что это мальчишки-бачиш. Вот. Очень забавная миниатюрка. Вот. К нему в комплекте, соответственно, идет буржуин с цилиндром. Качество, как всегда, великолепное. Размер очень маленький. Вот. Еще идет мальчиш-плохиш. Корзина печенья. И бочка варенья. Все как в первоисточнике. Дальше идут мыши-самураи, а именно Асигару. Качество вы можете видеть сами. То есть на такой маленькой миниатюрке детализация просто изумительная. Вот. Один. Третий. У него, соответственно, возможные варианты. То есть у него есть рука с мечом. Рука. Ну и если нет желания, то есть просто кулак, который можно заменить руку с мечом. А теперь, собственно, о бронзовых, наверное, латунных, не знаю. Это эксперимент. Александр выпустил несколько своих миниатюрок из серии «Жизнь замечательных людей», знаменитых людей в этом формате. Ну, допустим, Михаил Юрьевич Лермонтов и Николай Соломонович Мартынов. Они прекрасно. Ну, детализация, собственно, ничуть не хуже, чем в «Смоле». Но при этом это замечательный сувенир, подарок. Вот такие миниатюрки. Ну что, друзья, вот такой выпуск получился. Он немного сумбурный, экспромтный. Я без сценария, на живую. Поэтому как получилось, так получилось. Не обессудьте. Надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И не переключайтесь, будет интересно. До встречи через неделю. Всем пока.